Водичку тебе перекроем. Воду, что ли, отключили? Ну на тебе, с***. Пи***ц. Вот так-то коммуналку не платить. Алло, Николай, здравствуйте. Да, Марин, добрый день. Мне дома отключили свет и воду, но вот я не платила коммуналку и звоню узнать, это вообще законно? Смотри, отключать жилищно-коммунальные услуги за долги в этом году запрещено. Такое решение правительство приняло в связи с эпидемией коронавируса в России. Действовать эта мера будет до конца этого года. Об этом сказано в постановлении правительства Российской Федерации номер 424 от 2 апреля 2020 года. Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Марин, ну вопрос с оплатой лучше решить сейчас и не затягивать с этим. Хорошо, хорошо, Николай, спасибо большое. Я в ближайшее время постараюсь все оплатить. Все, до свидания. До свидания. Доступное право.